Приветствую всех фанатов вселенной Вархаммер. Давненько у нас не было демонических сред, и сегодня я хочу исправить столь досадное недоразумение и поговорить об одном из самых могущественных высших демонов Кхорна – Анграте Неудержимом. Так что держитесь покрепче, мы вновь отправляемся к чарующим берегам Варпа, чтобы поподробнее ознакомиться с его удивительной фауной. Поехали! Страж Трона Черепов, владыка алчущих крови, первый из детей Кхорна, воплощение неистовой резни. В мире смертных, более известный как Анграт Неудержимый, один из самых могущественных, жаждущих крови и самый преданный и любимый слуга Кхорна. Даже самые опытные и бесстрашные инквизиторы Орда Малеус стараются не произносить его имя, дабы не накликать беду. К счастью, за прошедшие тысячелетия владыка алчущих крови призывался в реальный мир всего лишь два раза. Даже обезумевшим от ярости и бесконечного кровопролития последователям повелителя убийств достает разума не призывать из царства Варпа столь ужасающее создание, ибо там, где раздается поступь Анграта, царствует смерть и забвение. Только невероятно могущественный и самоуверенный последователь Кхорна призовет Стража Трона Черепов. Если хотя бы на мгновение первый из детей Бога Крови почувствует слабину или неуверенность в призвавшем его воине, то последний немедленно ощутит на себе всю ярость столь могущественного демонического создания. При этом подношения для призыва Анграта должны быть настолько существенными, что позволить себе подобную роскошь могут очень и очень немногие лорды хаоса. Впрочем, каждый успешный призыв, а напомним, что за прошедшие 10 тысячелетий владыку алчущих крови призывали лишь дважды, оборачивался ужасающими разрушениями для Империума человечества. Города и целые миры подвергались тотальному разорению демонической ордой Анграта Неудержимого. Одним из смельчаков, кто все-таки сумел привлечь внимание Стража Трона Черепов, оказался небезызвестный Жуфор-Колосожатель, лорд Хаоса, организатор бойни на Враксе, бывший в своей юности сержантом лояльного ордена космического десанта Повелители Шторма. Кстати, звали его тогда не Жуфор, а Балзач, но это уже совсем другая история. Вернемся на Вракс. Устроенная там резня привлекла внимание Анграта и его демонических легионов. Великий жаждущий крови ответил на призыв Жуфора, устроив на поверхности планеты настоящий ад. Лишь вмешательство лорда-инквизитора Рекса, наделенного силой самого повелителя человечества и вооруженного древним мечом, выкованным специально для уничтожения высших демонов губительных сил, остановило владыку алчущих крови. Изгнание столь могущественного создания стало тяжелым ударом как для Жуфора, так и его банды, и одновременно надеждой на спасение лояльных императору войск. Именно изгнание Анграта послужило одной из основных причин, по которой Колосожатель и его берсерки в скором времени покинули Вракс. Страж Трона Черепов – один из восьми наиболее крупных и могущественных алчущих крови, что входит в первый круг избранных демонов Кхорна. Анграт Неудержимый стоит по правую руку от Кровавого Бога, но ранее столь почетное место рядом с троном Покровителя Ярости принадлежало совсем иному алчущему крови, а именно Скарбранду. Некогда, будучи любимцем Кровавого Бога и самым могущественным из кровожадов, этот высший демон Кхорна настолько возгордился своим положением, что не заметил, как через его непомерную гордыню им уже манипулирует Зинч. Великий заговорщик умело раздувал угли амбиций демона, и в какой-то момент, когда Кхорн отвел свой лик от Скарбранда, тот, ослепленный вспыхнувшей ревностью и яростью за нанесенное, как ему тогда казалось, чудовищное оскорбление, ударил Кровавого Бога со всей своей невероятной силой. Но даже столь могучего выпада хватило лишь на то, чтобы отколоть мельчайшие частички металла с брони Покровителя Ярости. Впрочем, этого оказалось достаточно, чтобы Скарбранд навсегда был изгнан из Великого Царства Кхорна. Собиратель Черепов выбрал иного высшего демона в свои стражи. Им, как нетрудно догадаться, и оказался Анграт Неудержимый. Теперь два самых могущественных алчущих крови невольно стали вечными соперниками. Правда, сам Покровитель Ярости приказал им никогда не встречаться, дабы не растрачивать свой талант убийцы впустую друг на друга.
Кстати, именно Кхорн натравил Анграта на Ларгара во время странствий примарха по владениям Великой Четверки. В отличие от других сил хаоса, договорившихся о том, что избраннику Пантеона все же не удастся так просто, без еще одного финального испытания, покинуть пределы Ока Ужаса, Повелитель Ярости решил действовать более активно, не дожидаясь избрания какой-либо одной силы в качестве судьи Ларгара. Кровавый Бог разорвал соглашение и отправил одного из самых своих могущественных алчущих крови на дуэль с Повелителем Несущих Слово. К слову, несмотря на не самые впечатляющие боевые способности Ларгара, к его чести стоит все же отметить, что примарх в дуэли все-таки победил, пускай и на последних морально-волевых. В 40-м тысячелетии, как было сказано выше, Анград Неудержимый все так же, пускай редко, но метко, по-прежнему кошмарит Империум. Думаю, что мы о нем еще не раз услышим. Ну а на сегодня все. До новых встреч. Пока-пока.